тут, в принципе, удалось команде выиграть дома. Где этот матч проходил? Почему? Как развиваются события в Гайсине? Матч проходил в городе Гайсине на стадионе воинской части. В связи с тем, что местная власть, наша администрация всяким образом мешает развитию команды, спорта в целом. Но мы стараемся, и команда держится. 4 очка, которые мы взяли за 2 тура, это прекрасный результат для нас. В дальнейшем ведется ли диалог в плане того, чтобы вернуться на главную арену района? Я думаю, при нынешнем главе администрации это нереально будет, а дальше будет видно. Довольны ли вы тем развитием событий, которые происходят сейчас, играя с собственными юными детьми? Я очень доволен, потому что ребята 15-16 лет себя хорошо демонстрируют, есть в них потенциал.